Вопрос второй. Когда вы затевали «Золотого Витязя», у вас же было представление, да, к чему это придет. Ваши ожидания оправдались или не все складывается, как вы хотели? Оправдались на 150%. Да? Потому что я это начинал в 92-м году, и я себе избрал девиз «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». То есть абсолютно абсурдный в те годы, полного распада и... Вот. А сейчас я вижу, что идет по нарастающей. Теперь это не один кинофорум, это и театральный форум, и литературный под руководством Распутина, и музыкальный форум под руководством Федосеева, изобразительный форум под руководством Александра Шилова. То есть самые талантливые люди объединились вокруг «Золотого Витязя». И мы вместе показываем, какой должна быть новая государственная культурная политика. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».